всего нашли и сейчас ждем администратора. Мы нашли просроченный борщ из русского аппетита. Он 20.10, срок годности 72 часа. Сегодня 25.10. И еще такой тортик Прага. Он в 2 часа ночи уже просрочился. Один мы уже приобрели. Мы нашли тролли с кремом. И они тоже просрочились в 2 часа ночи, 25 числа. Также мы нашли эклеры. То же самое, да, 25-го, 2 часа ночи. Также эклеры, то же самое. Еще одни эклеры. Тоже 25-го, 2 часа ночи. Ну и вот они тут все. Нашли капусту, Москву, опять же. Вот, у нее срок годности 60 суток. Вот, от 0 до минус 8. Вот. Вот, тут моим кривым пальцем. А температура в холодильнике 3,5 градуса. Нарушили он целостность. Вадим, отойди. А чтобы он не вернулся на прилавке, мы же не можем быть уверены. Вернуться он не вернется, это 100%. Ну вот у вас больше, там 3 дня просрочено. Ну как мы вам можем поверить? Просто... Да, нам говорят, нет, вернется, что... вернуться он не вернется на прилавке, может, не вернется. Нет, просто вы можете нарушить целостность упаковки. Вот сейчас я занесу. Да, просто чтобы это не разлилось. Коробку! Да, коробку да. Вас, да, и... без проблем. Да. Если вы нашли просроченные продукты, вы можете писать или позвонить нам.